американский порт Коста-Майя построен специально для приема круизных лайнеров на пустынном берегу полуострова Юкатан. В районе порта нет населенных пунктов, но есть различные развлечения. Например, предлагают экскурсии на развалины древних городов Майя. А еще недалеко от порта есть аквапарк. В порту одновременно могут находиться несколько лайнеров. Вот, например, получилась настоящая городская улица из кораблей. Рядом с портом есть оборудованный пляж. Отзывы об этом пляже очень противоречивые. Кто-то в восторге, а кому-то там совсем не понравилось. У меня, к сожалению, нет своего мнения, потому что мы туда не поехали. Надеюсь, съездим в следующий раз. Многие круизеры предпочитают оставаться прямо в порту и наслаждаться отдыхом. Давайте посмотрим, чем же можно тут заняться. В порту есть дельфинарий. Можно поплавать с дельфинами или, как мы, просто понаблюдать за ними совершенно бесплатно. Розовые фламинго. Удивительно, что можно подойти к ним очень близко. На территории несколько бассейнов с лежаками. Можно искупаться, позагорать и послушать музыку. Каждый час для туристов показывают шоу. Танец индейцев Валадор. Это ритуальный танец-игра индейцев Мезоамерики. Так индейцы просят бога плодородия послать на землю дождь. Damas y caballeros, estos hombres pájaro arriesgan de esta manera todos los días. Remember, none of the flyers are using any type of safety net, any cables or harnesses. Ladies and gentlemen, these bird men risk their lives this every single day. Территория порта очень красиво оформлена. Тут множество магазинов, баров, ресторанов. Есть даже ювелирный магазин и аптека.
ящерицы бегают в порту Коста-Мая и совсем не боятся людей. Еще в порту можно посмотреть на маленькие копии пирамид Майя, сделать много прикольных фотографий. Надеюсь, вам здесь понравится и вы отлично проведете время.